Никакой эвакуации в Югре не планируется. В окружном управлении МЧС развеяли слухи, которые распускают злоумышленники по телефону. Дело в том, что жителям региона звонят с зарубежных номеров и сообщают о предстоящей массовой эвакуации. Обычно собеседники представляются сотрудниками МЧС. В ведомстве заверили, что эта информация фейк. Она не соответствует действительности и имеет единственную цель – посеять панику среди населения.